Увага! Всі прийоми відтворено професіоналами для використання лише в екстреній ситуації. Застосовуйте їх тільки у цілях самозахисту. В інших випадках це може каратися законом. Будьте обережні. За статистикою, 90% вбивств відбувається завдяки ось такому ножу. І є велика вірогідність, якщо на вас нападають на вулиці, що ним також скористаються проти вас. Це ювілейна п'ята частина спартанської самооборони, і вчити нас буде, звісно, Сергій Петрикей. Добрий день. Сергій Петрикей. Віце-президент обласної федерації панкратіону. Колись професійний спортсмен. Життєве гасло тільки вперед. Слоган клубу – ми не тренуємо, ми виховуємо. В принципі, якщо на вас нападають з ножом, ну, це тільки, мабуть, в кіно можна красиво від нього захиститися і все таке зробити. На самом деле, якщо на вас нападають з ножом, ну, тут краще вбігати. Если у вас нет палки хотя бы двухметровой. И я хочу как раз вот показать вот эти моменты. Буквально там пару действий, чтобы люди поняли, ну, кино – это кино, жизнь – это жизнь. К примеру, стандартные там заготовки, как показывает очень много школ там самообороны. Там удар снизу, удар сверху, удар сбоку. Вот я хочу их показать. Там удар снизу. Бьют, как правило, идет защита, блок. Да? Никто не мешает, вот у меня лезвие, никто мне не мешает вернуть нож назад и отрезать пол руки. Очень... Да. Даже таким ножом да, даже приятно. Таким это неприятно. Это я уже просто говорю, что ну, никто так не делает. На самом деле в жизни никто вот так вот не бьет. В жизни ножом работает абсолютно по-другому. Я не эксперт по ножевому бою, поэтому объяснять сильно не буду вникать. Но я знаю, что защищаться от ножа вот такие вот, вот эти приемы неэффективны. Там то же самое, удар сверху, раз, вот он закрыл. Но у меня же лезвие, никто мне не мешает делать вот такие вот движения, тут отрезать. Я уже не говорю просто о том, что у меня еще есть свободные части тела, которые я могу... спокойно пустить в ход. Поэтому доводя к вашему сведению, вот это все, оно неэффективно. Поэтому, если вы видите, как там вас пытаются научить, ну, как прикладное знание, да, это интересно, но в жизни я не рекомендую эти приемы применять. Якщо хтось все-таки вирішив йти до кінця, не здаватися, не віддавати своє добро, що в такому випадку робити? Хоча, нагадуємо, ми не рекомендуємо цього, але... Да, абсолютно верно. Ну, скажем, если уже эти приемы немножко интерпретировать и сделать более жизнеспособными, да, к примеру, наносят удар вам снизу, мы блокируя одновременно наносим удар. Не ждем там, сделали блок, там, где-то заломы руки, вот этих вот всех вещей мы не делаем, как часто это учат в самооборону. Потому что я так уж, то я-то не буду. Да, абсолютно. Мы уже рассматривали в прошлой передаче, что если человек не хочет, чтобы ему заломали руку, то ему никак ее не заломаешь. Так и здесь. Мы делаем блок, вот стараемся максимально убрать свой корпус с зоны поражения. Что не вот так делаем, нож длинный вас достанет. Вот я убираю и наношу параллельно удар. И точно так же я быстренько убегаю. Такое же действие, если идет там удар сверху, неважно. Я бью с блоком, блокирую, запрятался, бью. Развернулся, ушел. Ну, это такие стандартные приемы, которые могут сработать. Там получилось у вас, если он там в курточке, его взять за рукав. Взяли за рукав, нанесли пару ударов, развернулись, убежали. Это еще может сработать. Ну, все верно. Подчеркиваем, что лучше не экспериментировать. Але ось ми показували, коли знизу б'ємо, так, як відійти трохи назад. А збоку як відійти? Що? Збоку не треба відходити, збоку треба блокувати. От я. Но здесь є угроза, там, соскользнув нож рукою, рука пішла, і от він у вас уже в боку. Там, ну, я ж говорю, що здесь стільки є нюансів, які на самом деле не показывают, когда отрабатывают. Ха, удар, раз, два, удар показали с ножом. И наостанок у меня запитання. А чому проти ножа не можна діяти також ножем? Ну а почему нельзя? Абсолютно можно. Если на вас нападают с ножом, и у вас есть нож для самообороны, вы можете им и воспользоваться. Вы не превышаете мер самообороны. Точно так же, если у вас будет пистолет, на вас будут нападать с ножом, уже идет потенциальная угроза вашей жизни. Поэтому вы можете воспользоваться и пистолетом, и любым подручным средством, но, я подчеркиваю, после применения вы обязаны оказать помощь, обязаны вызвать полицию, обязаны вызвать медиков.
И только тогда уже суд будет рассматривать, превысили ли вы меры самообороны или нет. Но на данный момент, скажем, у нас уже вышли новые законы, которые больше защищают человека, на которого нападали. Тож думайте головою, розумійте, що ви несете відповідальність за ваші дії, будьте сильні та здорові.